Ирина Хакамада широко известна как политик, депутат и вице-спикер Госдумы, успешная бизнес-леди. Но мало кто знает, что она еще и автор многих книг и публикаций, номинант на Нобелевскую премию, преподаватель МГИМО. У этой женщины много разных ипостасей, и на своем мастер-классе она никого не пытается учить, она просто рассказывает о своем жизненном опыте. Жизнь, мы же все мечтаем о чем? Быть счастливыми и жить долго. И путь к этому очень короткий. Но все считают, что это не важно. И любой курс счастья будет очень коротким. Формулируется тремя словами: найти путь к себе. В зале полный аншлаг. Стоит отметить, что мужчин нет. Это мастер-класс только для женщин. В чем секрет успеха? Как остаться женщиной, найти свой стиль, быть женой и матерью, при этом обрести ощущение свободы и счастья? На первый взгляд, совместить все это сложно. Этот мастер-класс, несмотря на то, что он для женщин, он очень умный. Есть. Поэтому я прошу интеллект напрячь. Я не буду конъюнктурить, я не буду вам рассказывать, как танцевать шестом. Всем заниматься не буду. Я к вам буду обращаться как к личностям, а не как к бабам, которая вся жизнь посвящена тому, как зацепить мужика. Я против того, чтобы человека вынуждать что-то делать. Я, во-первых, толерантна ко всему, а во-вторых, я за мотивацию. Не бойтесь менять. Проект «Драйв, кайф и карьера» существует уже более 3 лет. Кроме того, что это двухчасовой семинар, рассчитанный на широкую аудиторию, у автора написана книга «Да, у женщины». Главную мысль, которую хочет донести Ирина Хакамада – начать новую жизнь никогда не поздно.